Йога, зумба, растяжка и силовые тренировки. Житель Самары Татьяна Лобанова увидела афишу с информацией о том, какие занятия проходят в парках города. И теперь каждый день их посещает. Рассказывает, зумба ей оказалась не по пути, а вот стретчинг и интервал подошли. Мне очень нравится занятие спортом. Меня это поддерживает форму, вообще дает прекрасное настроение. Занятие физкультурой и спортом омолаживает организм, оздоровляет его, на свежем воздухе тем более. Занятия «Самара в движении» проходят в парках 50-летия Октября и Гагарина, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут тренировки профессионалы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Еще немножко. Плывем. Наделываем. 4, 3, 2. Окей. Поворот. На спину. Хватит. Итак, это пилатес. Тренировки нужны для здоровья, чтобы чувствовать себя хорошо. Польза в том, что здесь каждый может попробовать бесплатно определиться для себя, интересно это ему или нет. Тренировки мы адаптируем для всех людей, то есть под любой уровень. Не нужно быть суперспортсменом, чтобы присутствовать на наших занятиях. Акция «Самара в движении» продлится до 31 августа. Занятия проходят с 17 до 21 часа. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».